Тверь с наступлением отопительного сезона покрылась многочисленными котлованами. Обратной стороной запуска тепла являются многочисленные прорывы труб. Причем, если аварии коммунальщики успевают ликвидировать, то с приведением в порядок окружающей территории дела обстоят намного хуже. Сергей Гомонов вместе со своими соседями по дому уже больше недели любуется на эти две ямы, которые занимают значительную часть и без того не самого большого двора их 12-этажки. Дети бегают, ни машины, ни пожарки, ни скорой, никому не проехать. Тут была шутка, кстати, среди местных. Афанасий Никитин зарыл клад, а Тверская генерация хочет его отрыть. Не знает где, вся Тверь перекопана. И такую ситуацию наблюдают многие жители города. В компании «Тверская генерация», комментируя такое положение дел, пожаловались на износ коммуникаций. По их данным, он составляет 85%. По словам технического директора тепловых сетей Дмитрия Скворцова, денег у них нет даже на более-менее масштабное обновление труб, не говоря уж про ликвидацию разрытий. В качестве причины коммунальщики называют низкие тарифы. Имеющиеся тарифные решения не позволяют нам все это выполнить в один год, то, что нам передают. И бюджет у нас, сами знаете, не безграничен. И людей мы не можем взять больше, потому что у нас тоже все это связано с нашим ФОТом. Он составляется также из тарифных решений. Так что, судя по всему, тверичанам еще долго предстоит обходить многочисленные разрытия. И ситуация изменится, либо если власти повысят тарифы для населения, либо, что более вероятно, если решением проблемы вплотную займутся на региональном уровне.